Добрый день, компания «Обычный мир». Получили сегодня продукцию от компании ТИС Стеклов и Сухов. Это ППШ парапереагреватель трубный. Простонародье парапереагреватель Шмырина. Переводится ППШ. То есть это сама парапереагревающая бачок с двумя отверстиями. Инструкция с применением по установке. Так, и вторая часть, это бачок, комплектуется муфточкой под шланг. В баке муфта уже стоит. Шланчик гофрированный, который соединяет как раз вот эти две вещи. Сегодня будем устанавливать на печь банную, посмотрим результаты, снимем, расскажем, как работает. Бак порядка 4-5 литров емкости. Устанавливается на стену за счет двух гвоздей, шурупов. Ну, можно и один, в принципе, будет держаться. Диаметр 115 для стандартных банных печей. Дымоход стандартный, так скажем, для частного использования. Здесь мы ничего не разглядим изнутри площадки. Ладно, будем снимать дальше видео по установке и по эксплуатации. Установили ППШ в баню. Сейчас посмотрим, как это все у нас выглядит. Так, это печь. Диаметр дымохода 115. Парилка, бак под воду для подачи. Здесь каменка со стороны, сейчас посмотрим. Печь обложена камнем, внутри ППШ у нас находится в сетке из-под камня. Подача воды с этой стороны, выход пара чуть выше. Сам бак у нас спрятан в камень, так что его видно плохо, но функционал это не меняет. Вот такая печечка получилась. Один камень. То есть вот так это все выглядит со стороны. Наливаем водичку, получаем перегретый пар. Такая красота. Вечером баня, испытание продолжим. Печь затопили, налили водички. Смотрим. Видно сейчас из верхнего отверстия пар начинает идти. Баня еще холодная. Идет пар сверху. На камешках влага остается. Теперь печь только растапливается. Посмотрим результат. Парапереагреватель разгоняется. Если ставим руку напротив выхода, там у нас выход, то чувствуется горячий пар. На руке остается влажность. Мокрая рука стоит. Конденсирует. Опыт со спичкой, то что спичка зажигается у нас от выходящих, от нагретого пара, вот.
сгорело. Вот такой пар горячий. Другие комнаты еще не прогрелись. Помывочная, растопочная. Сейчас откроем дверь, и будет видно, как пар, холодный воздух конденсирует. Смотрим. Вот, пошел. Сейчас вот так мы видим, что горячий пар выходит из ППШ. Прям запарило конкретно. Вот. Запустили. Так, что у нас? Температуру показывает. 60 и 35 влажность. Водичка в бочке есть. Там слышно, как кипит. Проводим испытание парогревателя. Вот бачок. Это также мы то, что уже снимали, замурованный. Внутри камня температура у нас 60 градусов и влажность 37-38. Вот так в бане комфортно. Температура, влажность. Ну, влажность немного маловато, еще нагоняем. Парильное помещение не до конца загерметизировано, то есть есть выход пара, то есть тот эффект, который нужен, немного не дотягивает, так скажем. Но париться можно свободно. Посмотрим еще, то есть первый заход сейчас, как дальше себя покажет парогреватель. Для того, чтобы, то есть сейчас испытываем, для того, чтобы он всегда выдавал пар, то есть надо подкидывать дров, чтобы был огонь, попадал в трубу, то есть, соответственно, побивал ее, то есть тогда эффект лучше. То есть это уже вот из практики сегодняшнего дня. То, что сегодня день ходил, топил, проверял. Здесь можем показать, что когда руку подносишь сюда, подальше руку подносишь, чувствуется горячий жар, потому что труба у нас идет, вот здесь я уже показывал, вот там будет пара. Вот так. Продолжаем испытывать. Водичка еще есть. Слышно, как шумит бачок, как кипит вода. Спички я сегодня уже поджигал днем, показывал, как горят, сейчас жечь не буду, так как паримся, чтобы не дышать этой серой. Вот такая банька у нас. Ноу-хау, парогреватель. Эксперимент продолжается. Ну, конечно, термометр и гигрометр у нас не идеально, так как это не специальная техника банной принадлежности. Но все равно с повышением влажности стрелки наши сдвигаются. Ладно, смотрим дальше результат. Вышли на режим 65 на 40. Парогреватель также кипит, выдает очень горячий пар, руку обжигает. Так что парение и опыт подводим к концу. Подытожим, что вещь нужна для, так скажем, поддержки влажности в парильном помещении. Очень хорошая вещь, помогает. Если у кого-то стоят конвекторные печи банные, то есть за счет
этого прибора можно влажность повысить, чтобы она постоянно поддерживалась. Конечно, выведем, будем еще, наверное, поэкспериментируем с баней, то есть она будет со временем ее все отверстия доделать, то есть загерметизировать, чтобы пар не уходил, чтобы как раз влажность нагнать. Но вот так комфортно париться, то есть нормально. Прибор себя показал, то есть компания Теплов и Сухов изобретает эти вещи. То есть у нас стоит мини, есть где-то раза в два побольше, то есть ну уже, конечно, от парилки будет зависеть, от площади парилки, от объема помещения. Для нашей бани это оптимальный вариант. У нас еще порядка 4 по полу и 2-8 кубов в паильном помещении. Этого достаточно. Так что смотрите, приобретайте, обращайтесь. В нашей компании также такие вещи есть. То есть компания Печномир. Можем привезти под заказ, можем. То есть мы сейчас начинаем только работать с этой продукцией. Если она будет интересна и популярна, будем постоянно складывать, поддерживать остаток. Все, вот такие экспериментальный такой у нас сегодня был опыт попариться в бане с новым оборудованием. Все, всего доброго.